Hola, amigos, и вечер добрый, с вами Квантум, с вами Стейтек и с вами Агиман. И добро пожаловать сегодня прячущий в GTA 5 онлайн спецвыпуск. Здравствуйте, дорогие друзья. Всем привет, дорогие друзья! Почему спецвыпуск? Взгляни. 9 машин сегодня, по 3 машины для каждого из участников. Каждая из этих машин имеет ракетный ускоритель на борту. Сегодня наша задача спрятать эти машины как можно лучше. Смотри, что из этого получится. Мы будем начинать. Поехали! Погнали! Ну что, взгляни. Вот эта вот тройка, это мои автомобили, это тачки Агимана. И это драндулетки Стейтека. Хотя у каждого по-своему хорошая машина. Какие-то машины могут прыгать, какие-то очень тяжелые, как танки, а какие-то ускоряются быстрее, чем стандартные ускорительные машины. Какое-нибудь, знаешь, такое прелестное, прекрасное место. Таких мест... О! Вот это хорошо, блин, то куда я полетел, непонятно. Ага, вот бы упасть куда-нибудь в прикольное место сразу бы так, чтобы раз и оставить тачку там. Хорошо, хоть не взорвался, и на этом спасибо. Это же территория пожарной части, а если территория пожарной части, там есть стенд тренировочный, куда пожарники поднимаются. Так вот, туда можно запрыгнуть, поставить машину боком и залететь. Вон, видишь? Смотри, какая щелочка хорошая, прекрасная просто. Поставить машину боком и полететь нафиг и не попасть. Не зря же я скилл-тест на тачках-летучках играл. Вот, оно и пригождается. Пригождается оно. Бляха-муха! Адская машина. 2000 years later. Смотри, какое идеальное место. С помощью веревки, которая у нас есть. Помнишь ее? Я забрался сюда. Это даже с помощью веревки было сделать не так просто, но мы заехали. Главное теперь не спалить нашу точку, чтобы нас не видели. Так, нас никто не видел, кроме ботов нас никто не видел. Вот и здорово. Можно идти за следующей машиной. Что самое забавное, что я со второго или третьего раза попал на крышу. То есть это на самый верх вот этого вот комплекса. Вот этой вот башенки. Но машина там решила не оставлять, потому что кто-то взлетит и пролетит поверху. И он банально увидит мою тачку. Но это нам не нужно. Поэтому я решил ее спрятать на этаж ниже. Обалденно в башне тачку спрятал, конечно. Нет, мне кажется, это крутое очень место. Потому что я там еще не... Что они взрывают там? Что происходит? Агиман! Что ты устроил? Ты в тачке прятать должен? Какого фига? Так, Квантумец, я заколебался. На ютубе монетизацию отключили. Я в магазин за продуктами хожу, только тратить. А раньше ты что не сказал о своей проблеме? У меня предложение, как бы, если я тебе помочь могу. Что? Какое? Ты слышал про карты Тинькофф? Дебетовая карта Тинькофф Блэк в уникальном дизайне с Риком и Морти и выгодным кэшбэком. Ты волен выбирать дизайн сам, который тебе больше нравится. Рик, Морти или Огурчик. На чьей стороне ты? А если оформишь карту по ссылке в описании прямо сейчас, то обслуживание этой карты будет бесплатным навсегда. Теперь я расскажу о главном, о плюсах карты. Ты будешь получать до 15% кэшбэка на 4 категории трат. Их можно выбирать каждый месяц. До 30% кэшбэка за покупку у партнеров, список которых постоянно обновляется. Кэшбэк приходит настоящими рублями. Доход до 7% годовых на остаток, который приходит каждый месяц. Доступны бесплатные переводы с карты на карту и по номеру телефона. Наличные можно снимать также бесплатно в банкоматах. Да еще и крутые стикеры в подарок. Предложение ограничено, поэтому скорее переходи по ссылке в описании, чтобы забрать свою карту Рик и Морти с бесплатным обслуживанием. Так, как и хотел, поставить машину за этот пандус. Вероятнее всего делаю ставки, что ее вообще здесь не увидят. Давай выйдем, посмотрим, видно ли ее вообще со стороны или нет. Если видно, тогда ее переставим, погнали. Ее видно и очень хорошо. Ладно, пока оставим ее здесь, а в конце, может быть, я же увижу, что получше, и перепрячу ее. Следующая машина — это Turbo DeLorean. Куда мы его спрячем? Можно было бы DeLorean спрятать здесь, но здесь мы вне игровой зоны, к сожалению. Поэтому здесь мы его не спрячем. К сожалению, как бы нам этого не хотелось. Только бы не взорваться. Капец, что за машина странная. Может быть, в гараж что-нибудь запихнуть? Может быть, ее здесь не найдут? Старый, добрый, классический гараж. Вообще про него, походу, никто не знает. Поэтому оставлю эту машину здесь. Или они... Или все решили, что это слишком тупое место, и прятать туда ничего не стоит. Ну, а я воспользуюсь этим местом. Вдруг они подумают, что это слишком наивно. И действительно, туда никто ничего не ставил, и проверять они не будут. А я этим воспользовался и поставил машину. Ха-ха, вот будет прикольно. Мы готовы к старту. Все машины спрятаны. Главное правило. Машины своего цвета брать запрещено. На все про все у нас будет ровно 180 секунд. Это 3 минуты.
За это время мы должны найти что-то самое лучшее. Вы готовы? 3, 2, 1. Да. Время пошло. Го-го-го. Печаль в том, что как бы эта зона, она не игровая. Здесь мы прятать ничего не могли. А еду за Квантумцом. Квантумец, давай, покажи мне тачки. Давай. В смысле? Покажать тебе тачки. А что тебе еще показать? Я тут сокращаю Квантумец. Я тоже. Мы тут все сокращаем. И у нас, я вижу, неплохо получается. Так, у меня, в принципе, было... Опа. А здесь что-то есть? Что-то так, как Гиман сюда так рванул. Активненько, вот за заборами я, здесь ничего я, не... Агимана, вот я вот теперь не понимаю, за кем мне надо ехать, за Агиманом или... Да мы тут дворы нафиг рашим на мотиках. Чё, Квантумец-то? Ну да, зачем я ехать здесь собирался? А тут вообще перекрыто все, реально, нафига я заехал сюда? Блин. Такая же фигня, Квантумец, зачем ты едешь за мной? На крышах, может быть, где-то что-то куда-то закидывал тачки, такое есть? Квантумец, смотри, я аутсайдер... Ого, я нашел тачку, обалдеть! А что за тачку ты нашел? Опа! А тут вообще кто-то мог что-нибудь засунуть? Я, кстати, и забыл, что тут такое есть. Да, выйти. Не, сюда нельзя. Не, Квантумец. И, кстати, позади, если что, тоже дома нет. Я уже проверил Квантум. Так, я нашел одну тачку, вот в чем вопрос. Стоит ли ее. Стоп, а где это было? Ты скажи, какая она. Она обалденная. Может, тебе подскажем? Так, я, пожалуй, заберу ее. Ну, забирай. Или не буду. О, я дошел! Или не буду. А в парни, автобус классный? Классный или нет? Автобус? Ну, блин, да. Судя по его размерам, не очень, наверное, он классный. Стоит ли брать ее или нет? Вот, я тоже не знаю, брать ли автобус или не брать. Времени минута 20 остается, ладно. Ля, какая машина, пушка, красавица. Я, пожалуй, заберу ее, мне, правда, высоко слишком долго лезть. Ну, а что ты нашел, агиманкую тачку? Какую на больших колесах? По-моему, это твоя была. Моя на больших колесах? Или это Игорь, я не знаю. Короче, она была припаркована на парковке, где-то там в углу. Hot Wheels? Hot Wheels, это туда, куда я спрятать хотел изначально, то, о чем я говорил. Да. Я раскидаю. У Стейтека Абобус. Я вот, блин, ну время вышло, я уже катался на этой тачке. Ну, блин, почему вы поставили ее так высоко и далеко? Спасибо за машину водонапорной вышки. Мы нашли все тачки. Ура. Еман, спасите. Жив цел, орел. Теперь мы можем приступать к испытаниям, но перед этим мы посмотрим места, где прятали другие машины. Кстати, получается, ни одной моей тачки не нашли. Я нашел зеленый какой-то недофургон. Это не моя, это не моя. Ой, она такая конченая, зря ты взял ее. Да, спасибо, Стейтек, что ты... Стейтек, ни дверей, ничего нет, какой-то разбитый нафиг автобус в хламину. Пацаны, где машина? Машина? Здесь машина? Где-то здесь, вот в этом районе машина. Посмотрите, полетел. На крыше, нет, на крыше ее нет. Нужно ручками, ножками. Давай, посмотри. Агиман, твои предположения, где тачка? Я думал, что вы знаете про это место и думал, что вы специально там ничего не поставили. Хорош. Серьезно? Понятно, да. Я нашел. Агиман нашел? Да, она стояла прям в гараже. Просто в гараже, да. А тут гаражи открываются? Да, я причем реально не стал ставить в гараж, потому что, типа, это сверхочевидно. А я такое рассуждаю, думаю, это банальное место, и поэтому-то никто не будет заходить, даже предполагаешь, там ничего не будет. А я, чтоб ты понимал, Дань, я приехал сюда, а ты не сбивай меня, я такой смотрю, блин, гараж открыт. Подъехал поближе, смотрю, ну нет, значит, не работают гаражи, и убежал. Пацаны, поехали, вам другое место покажу. Еман, я понял, почему ты говоришь, что тачка говняшка. Он еще и под текстуру ушел. О, вот это меня заносит. Еман, я тоже заношусь жестко. Квантумец, мы с тобой одинаково заносимся, смотри. Где машина моя, пацаны, как вы думаете? Здесь, кстати, если что, еще и моя машина, тоже ее поищи. Серьезно? Да и моя машина здесь. Она там, наверное, на карнизе сверху на балконе? Мою я достал. Она просто на крыше и все. А, просто на крыше? И моя тоже. Ну, а, пацаны, как вы думаете, где моя машина? Твоя машина именно, где-то здесь, да? Где-то вот в этом районе. Я вроде заезжал просто. Ладно, пацаны, попал. Чтобы вас не мучить, потому что действительно будет сложно, Стейтек, иди за мной. Агиман, тоже иди к нам. Ну, ты понимал. Загнал, что ли? Квантумец, я хотел туда свою тачку спрятать внутрь. Да ладно. Да, я еще такой заехал, смотри, понял, на первый этаж, думаю, блин, влазит. Это самая крутая тачка. Блин, а я что-то слышишь, я такой думаю, а как я ее наверх подниму и закину? Ну, у меня тачка подпрыгивает, ее можно поставить боком и залететь, это раз. Ты меня чуть не спалил за этим делом, и два, я на веревке сейчас закарабкался. Всё, я понял. А я говорю, я что-то сыканул сюда начать прыгать. Ну да, спалили бы просто, потому что такое опасное место. И третье место вы даже, наверное, не доехали. А, я тебя вижу. Ой, Квантумец, гении мыслят одинаково. Пацаны. Где машина моя? Я тебе говорю, Квантумец, гении мыслят одинаково. Ты ищи здесь еще и мою машину. Ага.
Ты не щеманил. Пацаны, где-то вот в этом районе моя тачка. Да? Неужели она внутри какого-то ангара? Нет. Все куда проще. Просто на билборд? Не, на билборде я хотел спрятать, но не помню. На билборде было бы видно, билборд-то уже не работает. Так, очень интересно, Агиман проехал несколько раз там и ее не увидел. А, вот да? Она, нашел. Она просто стояла за парапетом, смотри. Ага, Фантемец, а теперь найди мою машину. О, прикольно. Она тоже где-то в этом районе? Да. Я тебя сразу могу, направо можешь не смотреть. Направо ничего нет. Еван, ты ее за контейнер запихнул! Трындыкс! Она вообще просто вписалась туда. А реально, как ты это сделал? Она прыгает. Прикольно. Ты прыгаешь на краешек контейнера и все, и оставляешь ее там. И она просто закатилась. Обалдеть. Круто, да? Вообще. Мы нашли машины, мы готовы к испытаниям. И посмотрим, что получится. Поехали. Сегодня у нас будет гонка, дерби и драк. Мы готовы к гонке, стартуем через одну секунду. Поехали. Погнали. Бля, муха. О, парни, вы нормально улетели. Нет, только не в твердочку. Опа, хорошо. Я выехал за пределы. Кажется, кто-то провалился. Еду прямо. Кто-то провалился вниз? Да. Я не провалился. Мою тачку очень сильно заносит. Это нужно... Ой-ой-ой-ой, Квантумец, я улетел. Ладно. Куда ты улетел? Ты можешь выпрыгнуть и ехать дальше. Дороге, а где Агиман? Агиман, ты где? Агиман догоняет тебя уже. Серьезно? Ну ладно, он сзади прям. Посмотри назад. Никак ты гонишь, мне и так тут жить-то тяжело. Еще и назад, говорит, посмотри. Мне нормально. Тоже будет жить тяжело. Меня заносит через... Просто любой мой маневр рулем меня уносит нафиг. Гребаные машины, я никого не вижу, смотреть назад не буду. О, там реально Агиман! Что ты делаешь, Агиман? Я не знаю, как я это законтролил, это нереально! Агиман топит за мной! Ай-яй-яй-яй! Надо ехать прямо! Бляха-муха, он очень далеко уезжает! Квантумец, врежься, пожалуйста! Ты и так врезаешь во все! Агиман, ты меня видишь? Да! И я тебя вижу! Отстань от меня сзади вообще оттуда! Квантумец, это... Долго он... Врежься! Нет. Сейчас тут поворот, смотри, аккуратненько, не убей меня. Я стараюсь аккуратненько. А вы уже на повороте? Ну, я врезался, я врезался, пожалуйста, нет. Что ты творишь? Я Квантумец, ускоряюсь. Его перевернул, надеюсь, да? Я не знаю. Да бляха-муха, я убил кого-то. Как теперь жить после этого? Квантумец, я себе тачку в дверь. Я вижу, Квантумец, я вижу. Мне стыд догнал. Серьезно? Да, у меня тачка сама поворачивает, как будто PMNG зашел. А, челово просто такое. Молодец. Я не могу рулить нормально, я заносится страшная сила. Ну, куда меня понесло? Тут, что вы сделали с трафиком? Тут просто по прямой одни машины. Только не столб. О, нормально, я их объехал. Я понял. Круто. Что такое? Че ты понял? Ты финишировал уже? Это ошибка. Моя ошибка, нет, не финишировал. Да поехали, да вруби перестать! Иди, финиш, да! Ты чё там делаешь уже? Все, я финишировал, я проскочил. Финишировал? Я проскочил финиш, там очень, да, вот подписали. О, я финишировал, а второй приехал. Это адская гонка какая-то, у меня тачка вообще неуправляемая. Квантумец, посмотри на мою машину. Да на мою посмотри, дымлюсь просто со всех щелей, у меня дым черный валит. Здорово, парни. Привет. Мы готовы к следующему раунду, это дерби. Мы играть будем до 3 побед. По итогам гонки у Агимана есть 1 балл. Тачка с Hot Wheels затащила, походу, вообще все. Готовы? 3, 2, 1, поехали. Еманы стартую, да, конечно, обидно. Смотри, он еще умеет прыгать, Агиман. Да я понимаю. Как бы это наш враг number one нафиг. Пошел вон отсюда. Лечу, не могу остановиться. Он реально какой-то гадкий, посмотри. Но я думал, ты меня летишь? Нет. Я вообще попасть не могу. Одного скинули. Я кнопку. Ничья! Предыдущий раунд закончился ничьей. Это было весело. Мы продолжаем. 3, 2, 1, поехали. Главное успеть засейвиться и остановиться. Вот так вот тебе. О, я промахнулся. А ты вообще... И чё? И ничего, судя по всему. Нет! Наебал! Да, Дэвид, смотри, я его наебал! Добивай его! Я умер! Да я вообще-то сам сейчас обманул. Да как он выживает-то? Вообще, посмотри, отвратительный челодигарь такой, а? Иди в гараж! Пока, все, разбейся там. Сам разбейся. Ой, бляха-муха, стой! Ну нет! Пока! У Сатека есть бал.
У Стайтека есть 1 балл, но ему чисто повезло, у нас с Агиманом по нулям. 3, 2, 1, поехали! Кому повезло? Это тебе повезло, что тогда ничья была. Тебе повезло нафиг. На! Просто 2 тупых быка, просто вот что я могу сказать. Пока. Ладно, не пока. А вот это сейчас, возможно, что-то сделает. Все, я стою здесь. Выкидывайте меня как хотите. Так вот, пока. Я разобрался. Нет, меня сейчас на самом деле развели очень сильно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ничья! Следующий раунд у Стайтека по-прежнему есть одна победа. 3-2-1, мы начинаем движение, поехали! Гоу-гоу-гоу! Что, не хочешь в этот раз в меня лететь? Нет, не хочу. Я даже не знаю, кто мне больше враг. О-о-о! Бей, Контумец, бей его, он сейчас прыгать ебало! Будет! Пока! Вот сейчас сам убьется! А где Гагиман? О, у меня победа есть, ура! У меня есть балл, у Стайтека есть балл. У Агимана 0, мы продолжаем следующий раунд. 3, 2, 1, поехали! Я понял, погнали. Головой надо драться, а не мускулами. Стой, Квантумец, помогай, помогай! Помогай, Квантумец! А ему все, забей. Все, Стайтек минусанулся, теперь мне нужно драться с малышом. Ты меня сдул нафиг своей тягой реактивной почти. Подожди, ты упал? Нет, я на авианосце, у меня есть второй балл. А я тоже на авианосце, только снизу. Ну все. Следующий раунд. У меня 2 победы, у Стайтека 1 и у Агимана 0. 3, 2, 1, поехали! Нет, тут пацан надо, короче, не силой брать, а головой. Умом его надо брать. Ну вот видишь. Вот так вот. Он перевернут, надо его чпокать. Я и лечу! Хватку! Лечу! Пока. На нахуй, ломай его, ломай, Квантумец, давай, дуй! Что не получается, Квантумец? Блять, Квантумец, все за тебя, давай вместе его, туда, да я и сам справлюсь. Туда, блять, давай, я убью его, однако, ты сам. Ну, Икс не работает! Это тачки, это просто ад, это кошмар какой-то. Это 3-я победа, у меня есть победа в дерби, мы переходим к следующему испытанию, это заезд драк. Это финальное испытание. Заезд драк. Посмотрим, чья машина будет самой быстрой. В общем, у меня есть балл и у Агимана есть балл. Если побеждает Стайтек, его победа. Если побеждает Стайтек, ничья. Побеждает Агиман, его победа. Побеждаю я, моя победа. Мы стартуем через 3, 2, 1, поехали! Агиман, ты куда? Ты куда уехал? Агиман моментально выбыл из гонки. А ну нет, ну автобус медленнее, есть, победа! То есть у меня с Агиманом ничья, а с тобой ты победил. Да, мы вообще-то все вместе играем. Контумец, можно ради интереса чисто вдвоем, давай завдестим. Давай, остановись. Я не знал, что он на дыбы встает. А, ты взлончанул на ней и врубил турбину, да? Да, да, понятно. Все, давай, я отпустил. Готовы? 3, 2, 1, поехали. Смотри, а Гиман-то не отстает вообще. А он догоняет меня, кстати. Я догоняю. Смотри, он меня догоняет. У меня максималка больше. Не, видишь, не догнал. Ну тут, ты что с тебя врезаешься? Это прячущий спецвыпуск. Как тебе серия? Пиши в комментариях, не забывай про подписки на канал. На канале еще много очень интересных роликов. Это маньяк по CSGO, это угар в GTA. Заходи, смотри. Спасибо за просмотр, про подписки напоминаю. Не забывай, пока-пока, Квантум был с вами, Агиман и Стайтек, пока. Пока.